Без капусты не останемся. Фермеры из Козловского района готовятся собрать хороший урожай капусты. В хозяйстве Семеновых уверены, что запасов хватит не только на район. Часть продукции они предполагают реализовывать в Чувашии и в Татарстане. А в ближайшем будущем мечтают выйти и на зарубежный рынок. Все подробности в сюжете Олеси Русаковой. На сегодня задача такая. Сейчас погода стоит теплая, поэтому будем убирать засолочные сорта. Режем аккуратно, оставляем 2-3 мм кочерыжки. Капусту не бросаем, не кидаем. Все, начинайте. Трудовой день у молодого, но уже опытного заместителя главы хозяйства Эниш Ивана Семенова начинается с первыми лучами солнца, а заканчивается как придется. Сейчас в поле не теряют ни минуты. Срезка кочанов здесь производится по мере вызревания вручную. Чем так ходить? Вот так берем, срезаем, вот так берем и кладем. Большую часть капустного поля занимают поздние сорта. Такие сохраняются после срубки до следующей осени. В разгар сезона рук не хватает, поэтому на помощь привлекают всех желающих. В хозяйстве помимо капусты выращивают не только привычные помидоры, огурцы и картофель, но даже арбузы и дыни. Наше предприятие существует с 1999 года, когда мой отец начал работать на 2 гектарах земли. Постепенно предприятие развивалось, расширялось. На сегодняшний день у нас около 1200 гектаров земли. Этот цех для квашения капусты в хозяйстве построили 6 лет назад. Установили современное оборудование. Овощи перерабатывают по самым разным рецептам. Шинкуют кочаны соломкой, кубиками или вовсе измельчают. Раньше работали вручную. Теперь купили нам машину шинковальную. Легко работается, совсем облегчился наш труд. В цеху всегда царит стерильная чистота. Несмотря на современные технологии, некоторые вещи здесь делают все же ручную. Квасится капуста в собственном соку при определенной температуре. Эту капусту мы квасили 3 дня тому назад. На сегодняшний день идет процесс брожения. У руководителя хозяйства Василия Семенова планов много, но и проблем хватает. Помещений у нас катастрофически не хватает. Потому что мы производим качественную продукцию, она у нас очень востребована. Мы можем пару раз больше произвести капусты, только хранить негде. Нам нужны помещения для зерна, для техники, для ремонта. Вообще новая контора нужна. Нам тут тесно. Как Бог даст, будем развиваться. Тут местный фермер немного лукавит. Всевышний всегда в помощь. Но без выверенной логистики на сельскохозяйственный рынок не пробьешься. А в семействе Семеновых она выстроена детально. Олеся Русакова, Александр Петров, Арен Агавелян, Республика.